Теремок ТВ представляет. Оли, грузовичок, он всегда на помощь придет. Оли, грузовичок, нас с тобою Оли в гости зовет. Оли, грузовичок, он всегда на помощь придет. Оли, грузовичок, нас с тобою Оли в гости зовет. Да, Олли, это будет идеальное место для нашего первого похода. Ага, мне не терпится. Давай поставим палатку, а потом... О, нет, не здесь, Олли. Нельзя ставить палатку в первом попавшемся месте. Сначала нужно все исследовать. Ладно, тогда, может, здесь? Нет, 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 не на склоне холма. Здесь? И не под холмом. Здесь хорошо. Не в низине, тут может затопить. Тогда наверху? Слишком открыто. Нет-нет, здесь мало места. Слишком много места. Как много кочек, Стэн! Не о чем беспокоиться, Олли. Вот, здесь гораздо лучше. Давай распаковываться. Давай я помогу, Стэн. У меня очень хорошо получается. Не волнуйся, Олли. Я могу и сам. У тебя там все в порядке? Да, не о чем беспокоиться. Итак, еще пара колышков, и палатка будет готова. Так и было задумано. Да, не о чем беспокоиться. Да ладно, Стэн, давай я помогу. Ну хорошо. Ну вот и готово, Стэн. Вместе все получается в два раза быстрее. Да, ты прав, Олли. И как раз вовремя, уже пора спать. Все, что мне нужно, это долгий сладкий сон. Спокойной ночи. Спокойной ночи, Стэн. Да, пора спатеньки. Что это? Это? Пожалуйста, потише. Мы пытаемся заснуть. Ой-ой-ой, Стэн ни за что не уснет под такой шум. Эй, Олли, что происходит? С кем ты разговариваешь? Ну, я просто пытался успокоить животных, чтобы ты смог как следует выспаться. А, спасибо за заботу, Олли, но мне нравятся эти лесные звуки. Правда? Ну да. Как хорошо уехать в лес на пикник и слушать песни птиц, особый их язык. Вот уханье полночной совы и дятла звонкий стук, и пчел жужжанье тут. Ну-ка, Оли, послушай песни леса, мой друг. Это просто они везде вокруг. Большой олень кричит на весь лес, а вот еще изыск, мышонка нежный писк, а в речке рыбак слышится плеск. Лягушки громкий квак, никто не сможет так. Слушайте, ребята, животные нам песни поют. Это просто они везде вокруг. Вот видишь, Олли, они вовсе не мешают мне спать. Наоборот, в этом вся прелесть похода с палаткой. И значит, нам, как ты говоришь... Именно! Не о чем беспокоиться!